Всем привет! Сегодня у нас очень интересное шоу, как всегда, Get Real, How I Did It, как я сделал. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, как я подозреваю, потому что делает то, что ты делаешь, не всем по силам. И это Алекс Кулган. И объясни мне, пожалуйста, в первую очередь всем аудитории, что ты делаешь? В 2014 году началась война на Донбассе. И я вынужден был переехать в город Киев. Ты сам с Донецка? Да, я сам с Донецка. Сам был сотрудником Донецкого национального университета, который позже переместился в город Винница. Вот так мы год проработали, и я понимаю, что ну, не только у нас такие есть проблемы. Мы начали смотреть, думать, а сколько еще таких вузов выехало. По итогу мы насчитали их 16. 16? 16 вузов. И мы подумали так, ну если 16 вузов выехало, у 16 проблемы одинаковые, да. Значит, нам надо объединиться, и нам проще будет решать эти проблемы. Вот так вот 7 июля 2015 года мы сделали первое собрание уже на базе комитета Верховного Совета Украины. Вау! И начали свою деятельность. Организовались мы в такой, как координационный центр перемещенных вузов, дальше создали рабочий орган при министерстве, это Совет ректоров. Да. И нам для того, чтобы наша деятельность развивалась, необходимо было приобрести какую-то форму. Мы сделали общественную организацию. Так, отлично. То есть, как у любого предпринимателя, который хочет начать какой-то стартап, какую-то бизнес-идею, оно выходит из нужды. То есть, ты увидел нужду не только своего университета, который был из-за понятных причин перевезен, но также ты увидел нужду других в той же ситуации. И твоя идея создать организацию, которая сможет суммарно, скажем так, вместе достигать какие-то цели. Какие цели организации сегодня? Ну, первая цель, которую мы преследовали, это было сохранение этих вузов и развитие их деятельности на территории Украины. Так. Ну, мы же прекрасно понимаем, это переехали люди там с чемоданами. Да. Кто-то вывозил уставные документы, то кто-то флаг, кто-то гербовую печать университета. Конечно, да. Все, то есть у них не было ничего. Все строилось с нуля. То есть университеты, которые существовали 100 лет до этого, да, вдруг нет дома? Ничего. То есть это поиск помещения, это поиск оборудования, это поиск людей, дополнительного финансирования, которое поможет развивать материально-техническую базу. Это поиск людей, все правильно. Человеческий капитал, его никто не отменял. Хорошо, кто сейчас финансирует все это, вот твою деятельность? Как вы сейчас работаете? Мы работаем за счет грантовой деятельности. И то гранты есть, идут с Америки, Европы, откуда? Изначально нас поддержала USAID, да, потом фонд Renaissance Soros. Дальше это вот недавно уже поддержка British Council, Европейского Союза, здорово. Чешская агенция развития. Ну, то есть люди смотрят на наш результат, и они нам доверяют. И результаты как? Хорошо, значит, все эти грантовые организации имеют какие-то, дают какой-то грант. Какой средний размер гранта вот этой организации? То, с чего мы начинали, это было $500 от British Council. Да, это было... Микрофонд. Да, это было из серии смешного, но... это начало. Нам хотелось это делать. Нам хотелось помочь в первую очередь студентам, потому что они были потеряны. Ну, безусловно, мы говорим сейчас о потерянных институтах, мы не говорим о как бы разбитых карьерах, жизненных пути, которые люди были впереди, там наверняка много индивидуальных историй, которые... Конечно, год назад так получилось, мы поехали по программе Open World в Соединенные Штаты Америки, да. Мы объехали Вашингтон, Рочестер, Баффало. Да, я был частью этой программы, да, очень хорошо. Мы когда им рассказываем, что вуз... Они в шоке, да? Да, вуз переместился, они говорят, это как? Говорит, да. Мы не понимаем. Говорит, ну, вы с собой здание перевезли? Нет, мы переехали. Ну, так мы перевезли мозги. Вы перевезли действительно мозги, и все. Говорит, да. Ну да, так и есть. И вы все заново построили? Я говорю, ну, наверное, мы, как говорил Генри Форд, вы можете забрать у меня все, но оставьте мне команду. Да. И я с ней сделаю намного больше, чем было у меня. То есть команда есть? Команда люди есть. Люди есть. Хорошо, значит, давай возьмем, пофантазируем. В идеальном сейчас, естественно, мы начали с $500, я уверен, что эти размеры увеличились. Но ты прекрасно, как бывший предприниматель в for-profit business, да, ты понимаешь, что грантовая программа, она не дает тебе возможность sustainable, да. То есть это не то, что даст возможность реально возвести их обратно на уровень, где они были. Правильно? Или ты думаешь, ты сможешь достичь этой цели через гранты? Да нет, тут мы, наверное, нацелены больше
не пытаться догнать до уровня, который был довоенный, да. а пропустить этот период и создать что-то новое и красивое. И что? Какие идеи? Но, в идеале, наверное, это создание такого кампуса, где соединятся возможности всех этих университетов. Интеграция там, науки. Да, там есть и технические, и классические, и медицинские, и аграрные науки, и юриспруденция, и военные. То есть, если все это консолидировать, да и университеты культуры с музыкой и с... Сергей, я сейчас хочу объявить, я не знаю, ты знаешь или слышал, но ты можешь поговорить с моей супругой, где... У нас есть проект, называется «Интеллектуальная долина». И как я тебе сказал перед интервью, я провел какое-то время в разговоре с Владимиром Павловичем Казариным, глава Таврийского университета, который сейчас находится на улице Джон Маккейн. Да? Очень интересный человек сам по себе. Так? И мы обсуждали и дошли до каких-то определенных договоренностей, где мы можем вместе создать интеллектуальную долину, которая в наших разговорах приводит все университеты, 16, на одну площадку, где выставляются три круга. Первый это, ну, называется Smart City, где люди живут, там всякие стандартные вещи Smart City, да. Второй круг это, как я называю, академический круг, да, Research and Development, где находится реально, вот, как я вижу, 21 здание высоких, которое имеет представление разной 21 индустрии. На первом этаже у тебя кемпус, там где, ну, классы, лаборатории, все. Второй там у тебя дарматории, конференц-зал и так далее. И в каждой под индустрии, под не индустрии, а научные филды, так, науки. Да. И третий круг – это гибкое производство. То есть что мы делаем? Мы соединяем технологии, науку, все, что происходит в этом телефоне, миллион науки. Да? Они должны вместе общаться просто физически. И также даем возможность им идти экспериментировать с точки зрения производства. То есть убираем, уменьшаем время от рынка, от идеи до рынка и стоимость логистики. И это то, что мы сейчас рассматриваем, как мы называем интеллектуальной долиной времени. Возвращаясь к тому, что над чем же ты работаешь. Во-первых, я поклоняюсь перед тобой, что ты занялся за это, взялся за это, потому что реально это очень важно. Образование меняется, а мы должны фокусироваться на возможностях, чтобы люди очень быстро обучались новые технологии и могли применять их. Ты согласен с этим вопросом? Я здесь полностью согласен. В этом году был на стажировке, мы проехали полностью всю Прибалтику и заехали в Швецию. Так вот, в Эстонии мы были в Национальной академии наук. Мне понравилось, как они подходят к опыту набора аспирантов. Да. Получается заказ от государства. Он сам пишет грант под это, находит себе финансирование, в основном это европейское. После этого он имеет право подавать заявление на сдачу экзаменов. То есть все учтено. Целевое направление государству... идет только то, что они требуют. Есть на это финансирование, все заинтересованы, и он заинтересован в том, чтобы довести это до конца. Почему? Потому что все имеют свою мотивацию в разных частях, и все как бы 2+2=5. Как я вот эта говорю. Система кампуса, за которую вы говорили, это мы видели в Рочестере. Я был просто... Да. Есть лаборатории, вплоть до логистических моментов, они тестировали тару, как она будет при разных вибрациях. Это вот и это будущее. Мы видим сегодня в Украине, у нас есть все ресурсы для этого, чтобы это сделать масштабно по стране. И это поменяет экономику страны в первую очередь. Почему? Потому что мы даем возможность... Самая большая проблема научных людей. Да? Вот он сидит, гениальный человек, изобрел какую-то штуку, да? Но не разговаривая ни с кем с реального рынка. То есть его технологии сегодня просто нельзя совместить с тем, что нужно рынку. Когда если начинать в моей программе... На Technology Readiness Level мы приводим стратегических партнеров, которые начинают вкладывать знания рынка, знания дистрибьюции, все вещи, которые надо предусмотреть в начинающих стадиях развития технологий. И здесь мы с тобой вроде очень согласны. Хорошо, вернусь к вопросу. Что нужно сегодня твоей организации для того, чтобы привести, вот, создать вот эту вот долину, своего рода научную долину, как мы обсуждали? Ну, изначально надо согласие министерство на такой эксперимент. Okay. И согласие ректоров, чтобы это было их желанием изнутри.
То есть не навязанным. Мы знаем, все, что навязано, оно быстро рушится. Конечно. А это должно быть собственным желанием. Они должны увидеть в этом свою заинтересованность. Прекрасно. Я предлагаю тебе прямо на сегодня на нашем интервью, да, я с удовольствием встречусь с твоей группой и приведу видение и в процессы, как это сделать. И мой процесс заключается в привлечении очень больших глобальных стратегических партнеров из академии, из бизнеса, из государств и капитала. Потому что для того, чтобы создать такой проект, не только нужно согласие людей, как ты говоришь, которые хотят, чтобы их интересы были защищены, они должны понимать, что все, что они изобретают, будет также защищено и в то же самое время будет монетизировано для того, чтобы приносило обратно дивиденды в тот же университет. То есть, и естественно, они наверняка все захотят удержать свое имя, своего университета. Конечно. И, то есть, мы это все предусмотрели уже, и я буду с удовольствием, с большим удовольствием, совершенно бескорыстно, не только встречусь, но покажу и расскажу, потому что я хочу видеть этот проект в реальности. И у нас, с моей стороны, есть сегодня ресурсы привлечь, чтобы это сделать. Я намного меньше понимаю в локальных механиках, политике и так далее, но здесь есть тоже у нас довольно серьезный ресурс, наверняка, как у тебя, чтобы разговаривать с сегодняшним новым правительством. Тут даже есть глобальный плюс. Если мы говорим о строительстве кампуса в Три Кольца, да, мы на секундочку забываем о том, что у нас в каждом городе останется свой филиал. Так это еще важнее. А это еще до плюс и до блага к развитию этого кампуса. Логично. Если мы сейчас возьмем децентрализацию как один из самых важных проектов для Украины, мы начинаем понимать, что будет создано сотни и сотни громад. И если у нас есть центральная вот эта долина, то потом мы можем использовать не только индивидуальные громады для части supply chain, да, когда они оттуда делают что-то конкретно для какого-то института, или производят человеческий ресурс, или делают эксперимент, или там находится какая-то лаборатория. Но это дает возможность создавать научные парки, мини-научные парки на локальном уровне. И это только не только идет, который включает в себя образование детей, образование взрослых, стартапы, экосистемы и все остальное. Поэтому я вижу здесь большую синергию с тем, что ты делаешь, и наше видение. И еще раз, что вам нужно, помимо того, что все хотят? Я уверен, что все хотят. Все же самое, наверное, простое – брать и делать. Пора. И ваше предложение я с удовольствием принимаю. Спасибо. И я хочу сказать в конце нашего интервью, во-первых, еще раз благодарность за то, что делаешь, потому что очень мало людей, которые бы взяли на себя такую ответственность за такое количество университетов, которые, ну вот как Таврийский университет, исторический университет, но реально крутой, 101 год ему сегодня. И добавив сегодня университеты, которые были переезды, они находятся в ужасном состоянии. И мы не имеем права, с моей точки зрения, дать им умереть. А мы обязаны их сейчас поднять, мы обязаны это сделать как страна, мы обязаны сделать как и простые люди, которые хотят видеть и будущее мира, экономики. Это интеллектуальная собственность. У нас здесь такое количество, просто взять, оцифровать, это триллионы долларов интеллектуальной собственности лежат в Украине в архивах сегодня, в тех же университетах. Да. И это огромный актив, который дает возможность нам монетизировать огромное количество науки, которое в свое время, в советское время было далеко впереди рынка. Хорошо. Что я не спросил у тебя сегодня, Алекс? Я, наверное, просто хочу продолжить. Действительно, мы должны сейчас поддержать эти вузы. Мы верим, что в конце концов война закончится. И я думаю, в ближайшее время уже как это выйдет. Первых, кого отправят туда, это кого? Это преподаватели. Да. Чтобы они возрождали там культуру, заново проводили обучение. А кто это будет? Если не поддержать этих людей сейчас, мне кажется, человек со Львова не поедет туда. Да, не только это, но мы также должны в этой системе, когда мы делаем эти изменения, у нас есть возможность совершенно по-другому подойти к компенсации этих профессоров, этих людей. Потому что это также один из больших факторов, почему мало людей идут туда, идут в бизнес. Нам нужны очень эксперты, которые образовывают наше будущее поколение. Хорошо. Огромное спасибо, желаю спасибо. Огромного успеха. Я надеюсь реально выступить у твоих коллег, рассказать, поделиться какими-то своими идеями, знаниями, опытом. И надеюсь очень сильно о совместном сотрудничестве в этом проекте. Я думаю, в ближайшее время это спасибо уже... большое. Спасибо. Спасибо.